Приветствую вас, друзья. Сегодня фактически исторический момент. Я наконец-то попал в заброшенную психушку. Это мой самый-самый первый объект. Почти 10 лет назад я пытался начать с него свою завязанную карьеру. И мне это не удалось. А вот спустя 10 лет я сюда вернулся. Наконец-то я в заброшенной психушке. Доступ. Это было очень популярное место у местной молодежи. До тех пор, пока в одну из шахт лифта не упал парень. Точнее, там была история любви, что девушка упала в шахту лифта, парень вернулся, и в итоге парень умер, девушка выжила. Не знаю, в какую из шахт, но якобы история была. После этого поставили охрану. Да, кстати, для тех, кто думает до сих пор, что это заброшенный корпус, недостроенный корпус психушки, ну, вроде бы логично, тут рядом психушка в лесу, так, это же здание, то хочу вас разочаровать. К психушке это строение не имеет никакого отношения. Данный корпус должен быть одним из учебных корпусов нашей Ижевской сельхозакадемии. Вот. Но кризис 90-х, как бы их достроить не успели. В итоге здание, ну вот как такое, как есть, так и осталось. Но оно все еще как бы числится вроде на их балансе. Поэтому есть документальные свидетельства о том, что это никакая не заброшенная не психушка, а здание сельхозакадемии. Это не дом заброшенного места, который я себе представляю. Просто банальный недострой, который в свое время хорошенько так раздербанили и расфигачили почти все стены. Ну, сходить можно,
для галочки, типа, я тут был. Вот, особенно если вы не знаете других мест, то как бы, да, милости прошу. Единственное, что это очень опасное место, не забывайте, и оно все-таки как-никак, но охраняется. Хотя, с учетом того, что тут активно пользуется школота, я думаю, охраняется она чисто формально. Хотя охрана там сидит, даже вроде как есть. Я же, наверное, пойду. В любом случае, ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. До новых встреч. Пробус, тебе скучно тут? Тебя одного оставили? Ну ты не унывай. Подписывайся на мой канал. Пока.